Мы уже на Роза Хутор в Олимпийской деревне на высоте 1100 метров заселяемся в приют Панда. Мы будем заселяться во второй корпус. Вот здесь он находится. Мы в номере. У нас комната в блоке. Вот такая комнатка, не очень большая. Кровать, тумбочки, светильники, гардероб, зеркало, телевизор, стулья. Полинке не нравится по сравнению с тем, который у нас была в том году с удобствами. Там огромная площадь была. Ну, вот такой красивый вид. Мы сейчас отдохнем и пойдем гулять. А санузел у нас вот сразу при выходе из комнаты. Выходим. Здесь общий холл и вот санузел. Мы вышли на прогулку и пойдем перекусим во вкусное точка. Для этого нам нужно спуститься вниз. Мы сейчас на высоте 1100 метров, а нам нужно спуститься на 560 на канатке Олимпия. Для этого мы на ресепшн при заселении купили проездные билеты. 200 рублей у нас вышло на двоих. И на все время проживания можно кататься. А мы пойдем на смотровую площадку. Там где? Вон там, а вон там. А, вон точно. В уголочке на втором этаже. Смотри, какой просвет. Солнышко, наверное, падает, да? Красиво. И вот там тоже, видишь, зелень другим цветом. А вот мы с тобой вот сейчас из этой арочки вышли, видишь? Это Либан. Мороженка. А тюбинг работает. Видишь? Вот такой красивый вид открывается на смотровой площадке, а мы идем на канатку и спускаемся вниз на высоту 560. Все, мы спустились, это начальная точка, отсюда начинается подъем. Здесь высота 560 и поднимаются на 2320 на Роза Пик. Температура, видишь, сверху написано. Так, где центр? Вот центр. По традиции мы идем во вкусные точки. По традиции. Блины. Американо. А я кофе хочу. Сейчас возьмем. По нашей традиции мы затарились во вкусные точки и сидим, у нас мини-пикничок. Да, на лавочке. На лавочке. Очень долго ждали, прям столпотворение народа там. Зато здесь свободненько, красота. Что там у нас? Мы комбо какой-то взяли. Чикен премьер. И вот всякое там
комбо входила. В общем, нам приятного. Все. Да, потом вернемся. Красиво? Очень. Да, без очков будет пока прищуриваться. Было облачно, а сейчас вот рассеялось, пока мы покушали. Погода очень переменчивая. Вообще писали то, что дождик будет. Вот тебе и дождик. Ну, может быть, он был, пока нас не было. Натуральное? Да. Символ России должен быть в каждом городе или поселке, и даже в горах. О, паровозик. Стулья какие интересные. Да, стульчики правда. Перекресточки есть, кафешка, можно там посидеть. Ну, мы что-то объелись и не пойдем туда. Смотри, вон там открылись вершины, и видно, что там снег лежит. Видишь? Красиво. Казино. Машина торчит. Помнишь, фоткалась? Я помню. Фанаточка. Азимут отель. Где бассейн? Слили. Бассейн надо вон по той стороне. Чапа-чапа-чапа-чапа-чапа-чапа. До канатки и на ту сторону. Идешь? Прошли мы по мостику и пойдем в обратную сторону. Ну вот мне, кстати, туда тоже очень хочется сходить. В ту сторону. Может быть, завтра? Как ты думаешь? Что-то народу очень мало, нигде никто не сидит. О. Оля, он нас преследует. На той стороне паровозик следует за нами. А вон там летит самолетик. Над горами. Хризантемки. А, это искусственное, да? Это тоже. Это для, наверное, для фоточки красиво будет. Сфоткать тебя? Thank you.
Что там? Ты наслаждаешься лавандой? Да, лаванда. Веточка лаванды. Тут мусорки на каждом шагу. А то в Адлере, да, можно было ходить, ходить часами и носить с собой мусор. Ага. Ой, вон там красотища какая. Заинтересовал тебя? Почти дошли. А, ну да, пойдем сразу в ту сторону сходим. Что, вообще мы без бутылки, может, мы не пойдем туда? Пойдем. А? Пойдем. У нас даже не на что, не во что налить. В рот. Ой, такие птицы могут быть. Не знаю, птицы Долины. Ого. Долины. Птицы Долины. Долины, реки Мзымты. Ну, интересно, смотри, да. Смотри, какие яйца. Да, зеленушка. Ой, на зеленушка называют крутой. Зеленый дятел. Вот видишь, они разные дятлы. Зеленый дятел и пестрый дятел. Еще желтый. Наблюдайте за птицами. Пойдем пока за источником понаблюдаем. Вот здесь выход. Строп. Строп здоровья. Да. Вон течет. В общем, я даже не пойду. Вот так. Мы зафиксировали. В следующий раз придем нальем. Помнишь, кстати, тут качели были? Вон они торчат. О, сейчас покачаемся. Ой, а как мы туда пройдем, покачаемся? А как туда проходит? Мы вон там раньше проходили. Где закрыто. Да? Не, ну тут-то закрыто. Вот, смотри, вот там можно. Ну пойдем попробуем. Купание запрещено. Там как-то все закрыто. Вон он рядом с ним. Я тоже лягушку вижу. Ты тоже? Квака. Поплыла, смотри. Ты видишь? О, а там, смотри, еще одна. Ты это. Что-то. Ограничения есть. Запрещено. Кто больше 50 килограмм. Что ты? Не получилось на тех? Ну давай. Вот тут ты раскачался. Вечера. Канатка до 9. Написано, какая-то надпись была. Посмотреть. Что написали? Бассейн закрыт. По техническим причинам. И все. Ух ты, ее. Здесь глубоковато, конечно. Мелко-мелко. Вот начало тропы. Или конец, или начало.
Замерзла? Нет? Где тут водопадик маленький был? Помнишь, как он назывался? Надежда? Я не помню. По-моему, Надежда. Ух ты, смотри, какой сильный. Вот это да. Какие заросли тут. Включились огонечки. Автобусы еще ездят. Ого. Ого. Так поздно. Ты устала? Нет. У нас сегодня насыщенный день. Красота, да. Сели. Повезло, мы одни. Да, а то все набиваются, набиваются. По 8 человек в кабинку. Втроем, да, втроем вот мы ехали на лавочке. Ну вот втроем. А я слышу, что кто-то крупный едет. Так 8 человек, это вообще убийственно в кабинке, да? Скажи. Да. Как у бочки селедки. Так что они прям. Погнали. Разгон. Взлетаем. Взлетели. Ты, кстати, села не туда. Ну ничего. Не, пересаживай. Ты что, смотри, какая красота, пересаживайся. Стекла грязные ужасно, да? Да. Но все равно вот видно. Ну, на камеру видно, да. Ух ты, ух ты. Нас трясёт. Потрясло нас. Красиво. В том году мы ехали медленнее, то есть. Мне тоже кажется, что медленнее было в том году. По-моему, позже тогда приезжали в кабинке. Сейчас мы очень быстро приезжаем. Пролетают мимо. Чё? Кабиночки. Пустые. Да, пустые. Ну, сейчас уже 20 часов 30 минут. Никто не едет. Эх, пончики нам не продали. Нет, не было пончиков. Хотели пончики мы на ночь наесться. Но не вышло. Ну, ничего не видно. Кабинки грязные. Столько рук высунуть, будет видно. В том году Адидас чище еще. Ну, не надо. О, вот все видно. Вот мы едем. Красота. Кабинки навстречу. Вылезли. Такая красотища. Облака лежат низко. Сейчас мы будем в облаках. Ты поскакала? Да. А вот там прям уже низко-низко облака. Ух ты, смотри, прям как накрывают-то. Ты ж гостиница. По-моему, даже нашу не видать, да? Да. Нашу уже в облаках. А сейчас мы будем в облаке идти. Спуск. Да? Поскачешь по дорожке.